Глава Коми сегодня принял решение открыть собственную горячую линию. Она будет работать круглые сутки. Ночью все разговоры будет принимать автоответчик. Поступающие от населения вопросы по специальному бланку поручений будут тут же направляться в ответственные ведомства и руководителям на местах. Важно только, чтобы заявители оставляли данные для обратной связи. Когда люди уже отчаялись решить тот или иной вопрос на местах, у них остается возможность обратиться к главе за помощью. Эту возможность принимаю и буду персонально контролировать еженедельно соответствующий, значит, процесс выполнения тех просьб, значит, которые будут поступать от жителей на горячую линию главы. Значит, это персональная задача каждого. Значит, вы, каждый глава администрации, заведите себе соответствующую папку. Значит, и в этой папке должны соответствующие обращения быть рассмотрены в приоритетном порядке. Значит, я буду еженедельно с вами в селекторном совещании, так сказать, выяснять о том, насколько вы адекватно относитесь к просьбам жителей и насколько вы быстро реагируете на решение этих вопросов. Одна из тем, по которой глава региона ожидает наплыва жалоб, по его собственному прогнозу, это гололедица, уборка снега, в общем, все прелести зимнего периода. Сегодня руководители муниципалитетов отчитались перед губернатором о полной боевой готовности к предстоящей зиме. Но Сергей Гапликов еще раз призвал руководителей на местах оперативнее реагировать на любую ситуацию. Контролировать процесс в еженедельном режиме будет рабочий штаб под руководством вице-премьера Константина Лазарева.